Учишься, работаешь? Я? Да. Только приехал. Есть тема? Какая? Какая-нибудь. Ну, чтоб... ну что им замутить? Что им замутить? Какой-нибудь замут? С комфортом, с кафе, конечно, да? Конечно. Еще. Дрея Яков стоит 600 рублей, а майка из Хуго Босса 5000. Наоборот, я не разбираюсь вообще. Не. А, есть? А? Апер? Цабатаны Мэнгерджана. Что актуального скажешь нашей стране? Что актуального? Жопа. Ну что, зачем плохое что-то говорить? Не, плохое не надо, только хорошее. Ну вот, вот, видишь? Да вы шо? А шо? Это... Шо? Первая планета от Солнца. Вторая планета от Солнца. Венера. Четвертая планета от Солнца. Все, ты проиграл. Всем здравствуйте, меня зовут Евген Ширяев. Это Евгений Ширяев продюсер. Это жопа шоу, специальное шоу для всех. Евгений Ширяев продюсер. Представляю. Ты видел? Ты видел? Как она рукой показала ко мне. Не подходи. Не подходи, говорит, сволочь. Hello. Hello. Who is it? This is my friend Евгений. Евген, come here. Come here, little baby boy. Какое little шоу? А шо? Шо? Здравствуйте. Здравствуйте. Вы чудесная девушка. Спасибо. Я в этом уверен на 1000000%. Да. Я это вижу. Да. Я это чувствую. Да. Я это полностью ощущаю. Куртяха-бомбочка. Спасибо. Все просто, эти сапожищи просто огонечек. Так, в чем вопрос? Вообще без вопроса. Сейчас мужик будет говорить, что мы здесь не должны снимать. Да? Ну да. Здрасте. Здравствуйте. Мы сейчас договоримся с этой прекрасной парой и свалим отсюда. Вы только милицию не вызывайте, пожалуйста. Сейчас будет вызывать мусоров. Ну ладно, хрен с ним, у нас 5 минут точно есть. Угу. Здорово. Весело. Шумно. Да. Зябко нынче. Сложно. Что? Сложно. Зябко. Ну, зявка, у меня кальсоны, а ты под хохламо, нараспашку все. Тепло, привык. Еще на ногте татуировка. Это маникюр. Это маникюр? Ну-ка покажи всей стране. Не надо. То сейчас не модно. Не по понятию, да, братишка? Я чуть по-другому рос. А, есть? А? Апер, цабатаны мэнгерджан, а? Ара! Здравствуйте, меня зовут Руфат, с вами шоу «Вредные привычки». И сегодня мы подошли к незнакомцу. Здравствуйте, как вас зовут? Ой, здравствуйте. Извините, у меня просто потекло бывает, все бывает. Усики. Повторите, пожалуйста, вопрос. Это жопа шоу. Отлично. Это жопа. Это жопа шоу? Да, да, да. Здесь мы можем позволить себе все, что угодно, любую роскошь. Женек, я вижу такой. Вот, не, блядь, меня надо соскакивать с этого блудника. А здесь что-то должно происходить? Уже происходит. Какую тему, Иван, предложишь мне для сегодняшнего коммуникатора? Насущную, может. Зима началась. Насущную. 1 декабря. Итак, сегодня насущная тема. Да, как насущный день. Так, хорошо, Иван, что ты можешь тогда сказать по поводу насущного дня? Сейчас, насчет насущного дня, да все хорошо вроде. Так. На снастях. На снастях? На снастях. О-о-о. Боюсь, я не знаю, что это слово. Ну, на снастях. Да хрен с ним, господи, это же цена, мы же о насущном, мы же говорим о насущном. Ты какой-то гребаный блогер, но слишком модный, правильно? Не, я критик модный. Ты модный критик? Да. Ну покритикуй. Что, тебя? Меня давай. А тебя как зовут? Евлампий. Евлампий, ну вы одеты, видно, что по погоде, на вас теплая куртка, очень милые. Вот! Вот, Евлампий, Евлампий, то же самое в подштаниках, обязательно все ходим в подштаниках. А вот это уже фу! Жертва моды, это уже жертва моды, да, колхозник. Джинсы. Все с тобой понятно. Но я бы так бы не сказал вам. Очень что милые дальше? Перчатки, сколько это стоит? Это связала Лариса, Лариса подписчица связала. Это я взял у жены шапку вот эту, это жены шапка. Что там такое? Это портфель. А что, 1500 на карту.
братишка, скажи номер карты, обратная сторона, скажи, там пришли, там есть нормальные ребята. Есть нормальные ребята, да, кредит, конечно. Не кредит, оформим там нормально. Там все красиво, пришли. Скажи, все сделаю там. Донат, паспорт, донат паспорт. Есть в описании, сука. Пончик, а? Пончик, пончик, да, пончик, вот нормально. Такой глаз такой. Кайф. Здравствуйте, как вас зовут? Жемапеля Жен. Очень приятно познакомиться, я Эльдор. Как вас зовут? А кто это? Это ваш? Это я кто? Иван. Иван. Эльдор, сколько вам лет? Кем вы работаете? Я работаю хостингом в видеопродакшене. И если вам нужны какие-нибудь... Может быть, дать тебе варежку? Если вам нужны какие-нибудь корпоративные мероприятия, корпоративные... Скрытая культуры... реклама нам здесь не нужна, спасибо. Это вырежем. Я хочу домой на Новый год. Куда? В Находку. Ты работаешь в Находке? Нет. Там... Я терпеть не могу этот магазин. Это мой город. И этот такой, Пятерочка. Город называется Находка? Да, он поэтому... Так и называется магазин Находка? Магазин так и называется. Там морепродукты, а я как раз рядом с городом. Что за Находка? Это рядом с Владивостоком город. Классный город. Ёк-макарёк, как далеко. Думал, вы реально снимаете, сколько стоит флешмод, чтобы залететь, рассказать, что я весь в пляйне. Давай тогда действительно про флешмод снимем, только честно давай. Одну шапку Андрея Яков, это итальянские дизайнеры Андреита и Джакопо. Ты не причесываешь сейчас, нет? Не причесываю, что? Нет, все честно? Да, да, это Андрея Яков. Андрей Яков. Андрея Яков. Хорват. Андрея... Нет, они два итальянца. У них свое ателье в Милане. Слава богу. Шарфик Лаэва, это испанский бренд. Так, и что это шапка? Рублей 500. Да. О, давай я буду угадывать цены. Давай. Ты рассказывай про всю эту вот эту давай. Их предысторию, а я буду говорить там 150. Как звать, величать? Виктория. Виктория Дайнеко? Нет. По-другому. Виктория. Виктория просто. Вот эти вот... Ногтище, красивище просто какие-то. Это передача «Жопа» называется. Угу. Не знаю такого. Чем вопрос? Что нужно сделать? Я пока еще не придумал. Ну, 1 декабря. 1 декабря. Да. Сегодня 1 декабря. И снега пока. Идет милиция, идет. Да? Ты не из милиции? Нет. Как ты относишься к милиции? Но... Ну, у всех разные отношения. Да, кто-то любя, кто-то не любя. Все, они, мне кажется, просто там есть и хорошие, есть и не очень хорошие люди, как и везде, собственно. Mm. Это как кому повезет, наверное. Кто на кого наткнется. Так, нам повезло сегодня или нет? Я думаю, да. Фартануло. А то обычно подходят. Обычно подходят сюда. Спрашивают документы. Хотят забрать карту памяти. Спрашивают, а за кого я болею. На чемпионате мира. Да. На этом сейчас, который проходит. Да, вот которые проходят. Да. Нет, с нами, которые. Это которые с нами проходят. Да. А я говорю, а за кого я должен болеть? А он говорит, а ты подумай. И я говорю, я боюсь думать. Я говорю, я боюсь сейчас думать. Сейчас 1 декабря, 22 год. Страшно думать. А вы можете смотреть завтрашний день, но не видеть вчерашний? Я стараюсь смотреть прямо сюда и сейчас, вот везде. То есть Кличко пил неправильно, ваша позиция я лучше. Я считаю, что вы неграмотно сейчас задаете мне вопрос. Я на такие вопросы, на эту провокацию, я не собираюсь отвечать. Спасибо. Шарф хороший, рублей 600. Практически только пару нулей. Добавим. 6 тысяч? Пару. Подожди, 600 плюс 60? Плюс-минус. Да ты прикалываешься. Шапка за пятихатку, а шарф за 60 кусков? Ну где-то из этого я точно прикалываюсь. С тобой невозможно говорить серьезно, ты просто ходячий прикол. Ладно, твоя куртяха, она стоит, наверное, слушай, серьезная куртяха. Ну, наверное... Искусственный мех. Все искусственное. Да. Но зато это бренд. Ну, ЕРЛ. 40 тысяч. Поменьше. 35. Поменьше. 30. Тридцатка. Hugo Boss, наверное, настоящая вот эта майка алкоголика, стоит, наверное, пятерка. Что, 5000 рублей? Дрея Яков стоит 600 рублей, а майка из Hugo Boss 5000, наоборот. Я не разбираюсь вообще. Не-не. Рекомендую, кстати. Я в такие дорогие хорошие магазины просто вообще не захожу. Там я тоже, потому что это все посредственная роскошь. То есть Hugo Boss, они типа дают людям роскошь, но на самом деле это все иллюзия. А ты эксперт в одежде?
Я бы не назвал себя экспертом, я начинающий, beginner. Begin, began, began. Yeah, три begun, формы. Begun, yeah. Три формы глагола. Man, Никита, I'm from England. А что, вопросики будут, Катерия? Нет. Какие надо вопросы? Не знаю, или сейчас у тебя другая уже? Первая планета от Солнца. не знаю. Вторая планета от Солнца. Венера. Четвертая планета от Солнца. Земля, все, ты проиграл. Все. Ты проиграл. Ну, ясно. Брови у тебя почему рыжего цвета? Покрасил. Почему только брови? Крас только на брови хватило. Усишки почему не отростишь? И усишки потом покрасишь? А пока не растут. А, нет? Но. А вроде что-то есть? Ну, оно есть, но там такое. Понятно. А что, кто? И мечта, я... А, мечта. Я хочу домой на Новый год. Так все уже сказали об этом. Ну, хочешь, ну, хоти дальше. Я говорю, смотрите, небо чистое. Слышно вселенную, все. Слышно? Ищ. Все будет с комфортом, с кафе. Конечно. Приходите в описание, Евгений Шеве Продукцион, к свадьбе, корпоративы, съемка всяких видосов, туда-сям-удася. Все ценники, все расценники есть в описании. Да. Это типа ко мне. Угу. Ну, типа я спонсор передачи. Угу. Скукотища, Диана. А мне было четко. Что актуального скажешь нашей стране? Что актуального? Сложный вопрос. Я не знаю, что сказать. Ничего не говори. Кто поет? Это жжет огонь внутри. Ты в глаза мне не смотри. Ничего не говори. Вообще меня ждут. Кто? Уже давно. Игорь? Нет. Светлана? Нет, моя подружка. А, подружка? Да. Тамарочка? Нет, тоже Вика. Вику? Да. Дайнека? Нет. Не Дайнека? Нет, без фамилий. Кто-нибудь хватал тебя уже за... За что? За железяшку. Да. Больно? Ну, когда зажило, нет. Кто так делает? Да просто в колледже по приколу. Да? Да, знакомые друзья. И прямо отрывали? Да нет, так легонечко. Есть где-то еще у тебя пирсинг? Нет, только нос. А ну и уши. А на пупочке? Нет. На сосочке? Нету. Не дорос еще до этого момента? Да. Ну ладно, я погнал. Ладно, давай, удачи. Хорошего вечера, с вами была программа «Вредные привычки» и ваш ведущий Эльдор. Сегодня у нас в гостях был Жумапель. Это не Жумапель, а Жем. Жем. Ажем. Жумапель – это меня зовут. Жумапель. Жумапель. А Ожен – это мое имя. Ожен. 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 Ожен и Иван. Александр. Иван. Александр. Александр, извините. Хорошего вечера. Пейте чай и кушайте печенюшки. Спасибо. Блин, классно мы замутили эту деревню. Блин. Ой, ладно, давай. Давай. Красава. Красава делай, давай, красивка. Красичка, молодежка. Молодежка, давай. Пока. Всем кискам пис, всем пискам кис. Это немножечко новый формат. Он был замешан. Я в него замешал другие какие-то сценки, которые не были опубликованы. И вот теперь все это вместе опубликовано, как-то изящно смонтировано. И это обычная передача, которая называется «Жопа-шоу с прохожими». С вами был я, Евген Андронов. Андрюша, мой любимый товарищ, который снимает меня как дьявол. И все. С нами никто именно сегодня не хочет общаться, но идут три кренделя, и, может быть, с ними сейчас мы быстренько сделаем галимый трёп. Окей, быстренько галимый трёп сделаем. А? Давай, чё? Чё, как там? Да нормально, да? Сам как, брат? Потихоньку, помаленьку. Ну, так сказать. Это жопа. Что? Зачем плохое, да, что-то говорить? Не, плохое я... не надо, только ну, хорошее. Ну вот, видишь? Только хорошее. Только хорошее только пожелаю кайфу, людям. Только по кайфу. Ну... Мира пожелаем людям. Мира пожелаем, всем. Да. Обязательно. Да, естественно. Как же без этого? Мир во всем мире, ребят. Да? Да. Ну супер. Да. Че, по тачкам увлекаешься или как? А что там? Да не знаю. Тачка есть? Ну, блядь, пока нет, но так, пока в планах. Рассматриваю просто вариантики. Купить тачку? Да нет, там делами позаниматься, там что-то туда-сюда, понял.
Ну да. Ну что? Типа потаксовать, правда? Да не-не-не, там, короче, понял, перепродажи, там вся тема такая жесткая. Жесткая тема перепродажами? Ну, типа того. То есть перебитую тачку? Не-не-не, нормальные, нормальные тачки. То есть это сейчас тема такая есть? Ну вообще она давно, она вообще. Ну давай замутим, что надо делать? Что делать? Ну, короче, смотри, берем, получается, сколько? Ну, в среднем, типа, на эту тему надо, ну, 2,5 какая? 2,5 тысячи... Нет, миллионов. 2,5 ляма мне надо сейчас замутить, правильно? Ну, да, и, короче, за месяц мы с тобой можем поднять, но в зависимости, что мы за тачкой будем гонять, ну, короче, ну, 6. А, гонять будем, да, тачкой? Да-да-да, ну, типа, из другой страны. Из какой? Ну, и, допустим, из Беларуси, мы можем открыть ИП и гонять тачки из другой страны вообще. Ты сейчас ищешь спонсора? Не спонсора, но... у меня типа есть бабки, но я пока сейчас не готов, я просто сейчас учусь еще просто дополнительно к этому. У меня сейчас только времени. Нету времени. Да, у меня пока сейчас нет времени, вот у меня сейчас получается я заканчиваю вот в этом году. Короче, есть тема. Значит так, надо 2,5 мульта, берем оттуда бэху какую-нибудь лохматую, да? Ну, не лохматую, можно что-нибудь поновее на самом деле найти. Года 19-го. Ну, 2,5 мульта 19-го года. Ну, на все бабки лучше не вкидывать, потому что 100% ремонт нужен будет какой-нибудь. Полюбасу, полюбасу. Да, и там минимум типа 200 слока улетает просто на этот ремонт. Вот, мы потом чуть-чуть ждем, ну, ее ремонтируют, ждем, выкидываем ее... так сказать, на торговые площадки, ее приезжают, смотрят, забирают, все. Ну, короче, навар будет плюс-минус, типа, в 500. Давай так сделаем. Сейчас ты скидываешь людям свой Инстаграм или у меня нет Инстаграма, я не пользуюсь сетями. Свой Телеграм. Я ничем не пользуюсь. Свой хэштег. У меня нет хэштега. Короче, вот запомните этого человека, его зовут. Никита. Никита, если вы увидите его, подходите к нему и с ним замутывать, четко мутите. Там 2,5 мульта на карты переводите ему, и он все красиво потом зарядит. Тачка можно будет. Вместе с вами, естественно. Да, да, вместе с вами, вместе с нами сделать. Да, все, это Никита. Будет. Вот запомните, Никита. Никита, это Никитос. Да, все, все, спасибо. Давай, мужик, удачи тебе по тебе жизни. Тоже. Спасибо. Да, все, удачного дня. Вам тоже, ребята. Давай. Учишься, работаешь? Я? Да. Только приехал. Есть тема? Знаю. Какая-нибудь. Ну, чтоб... ну, что-нибудь замутить. Что именно замутить? Какой-нибудь замут. У нас такая сейчас тема, есть какая-нибудь тема? Тема? Есть такая тема, есть какая-нибудь тема? Никакой темы нет. А это что было свое сейчас у тебя? Ну, интервью, елки-палки. Интервью? Зачем вы это берете? Ребята, дико извиняюсь, что за команда? Евгений Ширяев называется. Евгений Ширяев? Да. Хорошо. Да. Евгений Ширяев. Ну, просто если есть какая-то тема, ну, сейчас кто-то хочет вписаться в какую-нибудь тему. Нет. И если есть тема, то можно как бы вписаться в тему. Я приехал, просто там работы нету, здесь устроился на работу, квартиру снял. Что, уже устроился? Еще пока мест нечего устроить. Ну пока темы нету, да? Пока мест темы нету. Ну вот мы тоже вот мутим какую-нибудь тему. Но он пацан говорит, 2,5 мульта, давай, говорит, тема будет. 2,5 тысячи? Говорит, миллионы. Он мне такую тему предлагает, говорит, давай, говорит, 2,5 мульта, тема будет. Вот тебе и тема, ёптыщ. О, ладно, мы погнали, короче. Да. Спасибо. Давай. Ну все, Андрюх, давай завязывать тогда. Что за канал? Евгений Ширяев называется в Ютубе вся эта хрень. И на этой чудесной ноте я предлагаю прекратить этот выпуск. Если вы хотите, чтобы в таком ритме, в таком темпе мы продолжали все это дерьмо, вы можете написать в комментариях. А что написать? Женек, в целом было весело. Было незаурядчиво, было не накладненько, было по-модненькому и было по-молодежненькому. Что нужно еще сделать? Поставить лайк. Обязательно. И колокольчик. А, сделать красную кнопку серой и распространить это во всех своих соцсетях. Hey, Bill,